Доброго времени суток, уважаемые зрители, гости и подписчики моего канала. Как видите, продолжаю стройку, делаю газ-тигр от фирмы «Звезда». И вот получается вот такой вот симпатичный пикапчик. По крайней мере, он мне нравится. Вот, пока что сделал. Сам вид, сама его форма очень интересная. Как бы не хочется повторяться, чтобы в сети была такая же машина, как у всех. Поэтому я решил запилить данный пикапчик. И вот что на данном этапе у меня уже получается. В предыдущей части я работал с жидкой шпатлевкой от фирмы Plastmaster. Вот с такой. Кто, может быть, не видел предыдущей части. Вот, довольно она мне понравилась. Очень хорошая жидкая шпатлевка. Поэтому рекомендую. Очень хорошо обрабатывается наждачкой. Хорошо полируется. Вот. Теперь, как вы видите, поставил заднюю стенку. Использовал пластик от фирмы Tamiya. И здесь тоже буду обрабатывать все шпатлевкой. Но шпатлю буду уже использовать не жидкую, а как бы стандартную. Буду пробовать два вида шпатлевки. Номер один. Минимальная усадкость. Минимальная усадка и оптимальная вязкость. И эластичная с минимальной усадкой. Хочу попробовать две разновидности этой шпатли. Вот. Также вы посмотрите. То есть расскажу, покажу, кого заинтересует, можете заказывать данную шпатлевку. Ее тоже производит фирма Plastmaster барнаульская. В магазине «Я моделист» можете приобрести, кто с России, ребята. Кто с Украины, может DivSkiles. Тоже вот ссылочку увидите на данную шпатлевку. Также, друзья, с Белоруссии. Данную продукцию вы можете приобрести в белорусском магазине Model Stand. Тоже продается. Хорошая продукция, недорогая. То есть своих денег она стоит. Цена-качество, как говорится. Буду с данным газ-тигром работать. Буду пробовать, что у меня есть от фирмы Plastmaster. Ну, что будет нравиться, буду вам рекомендовать. Хочу попробовать Mask Skull. Также хочу попробовать тонировки, смывки от Plastmaster'а. Ну и также, что у меня там еще есть в запасах. Попробую, посмотрю. Может, маски попробую, как наносятся. Ну и сами будете видеть и думать, надо вам или не надо. Но мне вот продукция, которую я поработал, мне довольно-таки понравилось работать. Вот. Также сейчас на данном этапе уже собираюсь красить, начинать. Но еще пока вот пару штришков осталось. Хочу поставить, наверное, дуги какие-то, дуги безопасности. Вот. Еще не спланировал, что у меня будет находиться в кузове и как у меня что будет располагаться. Поэтому вот еще даже заднюю стенку не вклеил. Сначала вот думал, как буду его красить. Сначала хотел в разобранном виде, но потом подумал, что с пикапом все-таки это будет немножко проблематично. И собрал его вот в такое состояние. В принципе, салон буду красить уже отсюда аэрографом, продувать. Его все равно не будет видно, так как буду ставить решетки на стекла, какие-то бронепластины. Поэтому салона вообще не будет видно, можно так сказать. Сюда хочу тоже сделать брони такую решетку. И вот еще в раздумьях, не знаю, бронировать на кенгурятнике, может, какую-то дополнительную броню или какой-нибудь бронещит. Еще тоже не знаю, думаю, но может быть что-то и изображу. Вот. В принципе, все, что хотел вам показать, рассказать.
Может быть, кто-то что-то посоветует. Пишите, не стесняйтесь. Стараюсь отвечать на все комментарии. Может быть, какой-то ваш совет реализую, мне пригодится. Как бы, ну, в принципе, на этом вот буду заканчивать и продолжать делать дальше. У нас опять жарко. Только хотел как бы сесть за покраску, начать КамАЗ красить, вот тигра начинать красить, а у нас опять жара. Поэтому буду потихонечку собирать пока что, и как похолодает, сразу начну красить и вам это сразу же покажу. Спасибо большое, друзья, кто остается на моем канале. Также, кто подписывается на мой канал, кто комментирует мои работы, ставит лайки. За это вам, друзья, большое спасибо. Всех благ вам и вашим близким. Смотрите следующие мои части.